Поставлять в Иран вагоны из Украины. Такие планы у руководства Попаснянского вагоноремонтного завода. Оборудование, на котором будут изготавливать 500 вагонов в месяц, уже есть. Заказчикам поможет областная власть. Мы находимся на Попаснянском вагоноремонтном заводе. За одну смену рабочие могут отремонтировать 8-10 таких вагонов. Сейчас из-за боевых действий завод работает на 20% от своей мощности. Занимается только ремонтом вагонов. Для производства новых нет заказов. Наш завод рассчитан как на постройку нового вагона, так и на ремонт, вагонов. То есть мы можем делать любой ремонт, начиная от текущего и заканчивая капитальным ремонтом вагонов. Мы работаем на Украину сейчас. То есть весь рынок российский, Казахстан и так далее, он закрыт. Поэтому на сегодняшний день у нас объем производства упал. Раньше мы работали в 3 смены, у нас было около 1300 трудящихся. На сегодняшний день у нас явочная численность где-то 700 человек. Помочь найти заказчиков обещал председатель Луганской областной администрации Юрий Горбуз. Моя задача все-таки привлечь инвесторов, а ваша задача, мы должны все-таки выработать дорожную карту, то есть куда, кого мы должны пригласить. И провести уже у нас в области бизнес-форумы, сделать площадку, на которой мы можем уже предложить свои... Планируется, что в случае успешных переговоров продукция вагоноремонтного завода выйдет на рынок Ирана. Анастасия Волкова, Николай Резниченко, Подии.